Два, а по некоторым данным и все три человека пострадали в тяжелой дорожной аварии на автодороге Екатеринбург-Челябинск в 100 километрах от Уральской столицы. Накануне среди бела дня, точнее в половине второго по полудню, направлявшийся из Екатеринбурга в Челябинск минивэн Toyota Wellfire врезался в восстановившийся перед ним полуприцеп тягача КАМАЗ. За рулем обоих автомобилей находились 36-летние водители. Столкновение произошло на пересечении Челябинского тракта и дороги, ведущие в Косли, штым Карабаш, Мяс. КАМАЗ остановился на запрещающий сигнал светофора. Водитель минивена этот момент пропустил и вонзился в корму фуры. Чтобы извлечь пострадавших пассажиров, минивена потребовалась помощь кослинских спасателей. Они деблокировали автомобиль и передали медикам трех пострадавших человек. Впрочем, по данным ГАИ, пострадали только два человека – водитель и его пассажирка, сидевшая на переднем сидении. Удивительно, но такое серьезное столкновение обернулось для них лишь сломанными руками и одной сломанной ногой. В сентябре прошлого года аналогичная авария произошла на втором из двух регулируемых светофорами перекрестков на всем 200-километровом протяжении Челябинского тракта. Водитель «Газели», не заметивший остановившуюся на перекрестке фуру торговой сети «Пятерочка», погиб, когда кузов его автомобиля при ударе срезало до рамы. Конечно, в обоих этих случаях в своих бедах виновны сами пострадавшие, отвлекшиеся от дороги в самый неподходящий момент. Но едва перекрестка со светофорами на скоростной федеральной трассе, ровно на середине пути между двумя крупнейшими уральскими городами, большинство автомобилистов называют абсолютно неподходящим решением. Еще два года назад никаких светофоров здесь не было. Аварии, конечно, случались, но не между попутными машинами. Сейчас дорогу расширили, а вместо полноценной двухуровневой развязки установили светофоры от которых водители за полуторачасовую дорогу, что с одной, что с другой стороны, просто отвыкают. И если пользоваться этим маршрутом редко или вовсе ехать впервые, от неожиданности встречу со светофором можно и пропустить.